Здравствуйте, меня зовут Ксения Чайка, и это программа «Донецкий диалог», созданная общественным телевидением Донбасса. Сегодня мы говорим о медицине, которая по закону бесплатна, а на деле недоступна. Проблема доступа к качественному и своевременному медицинскому обслуживанию остро стоит не только на оккупированной территории, которую покинула часть врачей, которая испытывает постоянный недостаток лекарств. Невозможность обеспечить себя медицинским обслуживанием ощущают люди в прифронтовой зоне и переселенцы, которые стали, к сожалению, балластом на шее больниц в новых городах. Без прописки и оформления не всем удается получить нужное лечение, тем более бесплатно. Эта проблема не нова в мире, поэтому мы пригласили к нам в студию представителей международной организации «Красный крест», чтобы понять, как же решить вопрос доступа к медицине на проблемной территории цивилизованно. Потребность в здоровье и его сохранении – одна из базовых для человека. Без уверенности в том, что завтра можно будет получить жизненно необходимые лекарства и процедуры, невозможно быть уверенным в своем будущем в принципе. Как справляются с проблемой недоступной медицины жители Донбасса и как можно помочь им решить такие проблемы, мы обсудим сегодня в выпуске. Расскажите вот той виде помощи в медицине, вот, которую вы оказываете на территории как оккупированной, так и прифронтовой. Since the start of January of this year has so far supported 84 hospitals. Да, конечно же, Международный комитет Красного Креста оказывает поддержку медицинским учреждениям. И, как к примеру, да, с января этого года мы сотрудничали, поддерживали уже 84 медицинских учреждения, плюс 39 учреждений первой помощи, да, то есть ФАПов. И из них около 51 это учреждения на территории подконтрольная позиция. Какого рода помощь мы оказываем? Это различного рода помощь, это расходные материалы в виде перевязочные, это может быть различные другие материалы, которые необходимы для оказания помощи людям, которые пострадали вследствие конфликта. Какая ситуация на оккупированной территории? Все же там идут военные действия, и мы знаем, что в медикаментах острая нужда есть. Of course, there are needs support, for more support to the health facilities. И, конечно, нужды есть. У меня, к сожалению, с собой нету сейчас каких-то конкретных цифр и конкретной информации, но однозначно то, что мы работаем и пытаемся понять те самые нужные, самые срочные потребности, которые, и пытаемся дать эффективный, адекватный ответ на эти потребности, чтобы помощь была оказана людям. Не так давно на оккупированной территории работать Международной организации «Без границ», «Врачи без границ» запретили. Вам не препятствуют оккупанты вот в своей работе? Я не могу комментировать относительно других организаций. Я могу вам с точностью подтвердить, что мы работаем на территории подконтрольной позиции. У нас есть две субъекты делегации, которые открыты, которые работают, они оказывают различного рода помощь, и, конечно же, как бы одна организация на каком месте не может оказать полную помощь, поэтому как бы важно, да, чтобы различные организации могли оказывать помощь. Но, как бы говоря за себя, да, мы работаем с огромным количеством учреждений и пытаемся оказывать максимально эффективную помощь. Мы просто вспомнили, что мы еще проводили в Краматорске, и вот планируем, я не уверена, где, еще один тренинг проводить по военно-полевой хирургии и по работе в комнатах экстренной помощи. То есть, поскольку у нас есть специалисты, которые с мировым опытом в различных вот таких конфликтных ситуациях умеют оказывать помощь, да, мы организовываем такой курс, когда мы приглашаем травматологов и хирургов с гражданских и военных больниц для того, чтобы это была, во-первых, платформа обменяться опытом, во-вторых, эксперт, который имеет опыт работы, широкий опыт работы в таких ситуациях, да, мог также поделиться своими знаниями. У нас сегодня есть еще один гость. Это директор областного департамента здравоохранения Юрий Узун. Итак, вопрос к вам. Какая ситуация сейчас с медициной на подконтрольной Украине территории? Ситуация сложная, непростая. Непростая, потому что все учреждения третьего уровня, которые оказывали специализированную помощь, высокоспециализированную, такие как больница Калинина, областная травматологическая больница,
де-факто остались на той территории, и жители Донбасса, ну, лишены этой помощи. Что касается помощи амбулаторной помощи второго уровня, имеется в виду центральные районные больницы и городские больницы, то здесь ничего не изменилось. Также стабильна ситуация с оказаниями больных с такими болезнями, как сахарный диабет. У нас нет проблем с этими вопросами. Безусловно, влияет на ситуацию большое количество переселенцев, которые находятся сейчас на территории подконтрольной Украины. Это более 500 000 человек. Безусловно, нагрузка на учреждения здравоохранения повысилась. Но за все время проведения АТО не было ни одного отказа, ни одной конфликтной ситуации по оказанию помощи людям, которые переехали с той территории. Спасибо за ответ. Жизнь нашего первого героя Олега полностью зависит от медицины. Он ежедневно нуждается в инсулине и других медикаментах. В оккупированном Донецке достать инсулин практически невозможно. А тот, который предлагает, например, фонд «Поможем», не подходит очень многим инсулинозависимым людям. В нынешней ситуации наш герой не уверен, будет ли завтра доступ к нужным лекарствам. Ежедневная борьба за право жить, право, гарантированное законом и Конституцией, дальше в нашем сюжете. Семья Олега за последние 2 года пережила немало горя. И не только из-за того, что у него проблемы со здоровьем, он ежедневно нуждается в целом ряде медикаментов, а из-за оккупации родного города. С началом войны оба его сына ушли добровольцами защищать Донецк от боевиков. Из-за этого Олег с женой попали в плен, а потом вынуждены были бежать из города. ДНР просто узнали, что сын служит, и нас... Короче, пытались найти старшего сына, и, короче, забрали нас в подвал, мы пытались, били, пытались добиться таким способом, где ребенок, они поняли, что не добьются, решили нас выпустить, типа мы сейчас начнем с ним связываться, они нас поймают вместе с сыном, ну вот, ну ничего не вышло, нас ребята, нас друзья вывезли из Донецка, они отобрали инсулин, отобрали в подвале, инсулин, да. Но спрашивали, да, надо у кого-то или нет, потому что я с собой его взял. Ну, инсулин они отобрали, я рассказывала, что, смотрите, он впадет в кому, говорю, потом все, у вас просто лишний труп. Они нам все равно, ты понимаешь, что ты отсюда не выйдешь, что тебя расстреляют, ты понимаешь? Я говорю, я понимаю, ну расстреляй, чтобы я тебя уже не слушала, говорю, расстреляй меня, говорю, чтобы я уже не отца. Врагу не пожелаешь этого пережить вообще, конечно, это страшно, это... Пусть никто этого никогда не пережил. Вот. А в принципе, все хорошо. Очень, очень много в этом мире добрых людей, очень много, без которых, конечно, ни мы бы не вытянули и не выжили даже в какой-то момент, потому что передавали волонтеры нам там еду, потому что тем более, я шла без работы, спрятаться. Муж без пенсии, мы прятались, потому что после подвала мы не могли жить в своем доме обратно. А, вот, то есть с квартиры на квартиру перебирались, волонтеры тоже доставали нам и инсулин для него. В основном у нас инсулин, конечно, еда, это так. Господи, макароны наварил, да и все, что там-то еды. А так, конечно, все. Ну, а потом сложность началась. Очень сложно было, когда младший ребенок оказался ранен. Вот, серьезное ранение, их отвезли в Одессу. И нам пришлось, мы поехали в Одессу, да, тоже благодаря, опять-таки, добрым людям. У нас не было денег даже на бензин. За 6 лет, которые Олег живет с диагнозом сахарный диабет, такой острой проблемы с медикаментами, как сейчас, не было никогда. Он признается, что несколько раз, когда была опасность в его жизни из-за отсутствия инсулина, на помощь пришли только волонтеры. И всегда вот такая тяжелая была ситуация с медикаментами? Или вот... Нет, в Украине было более-менее нормально. Даже как-то было такое, что от давления непосредственно. Можно было у терапевта получать раз в неделю, раз в месяц бесплатно. Зависит от ситуации. То есть у вас есть всегда при себе тонометры, есть все принадлежности, чтобы вот мерить как-то кровь? Сейчас проблема, потому что надо тоже попросить волонтеров, потому что очень дорого, а сейчас тестовые стоят. У меня есть все, но сейчас пока не меряю, потому что тестовые отсутствуют. А и чтобы вот эти вот инсулиновые полоски, сколько они стоят? Последний раз я брал 370, по-моему, гривен. Это упаковка? 50 штук. Это нужно ежедневно по-хорошему мерить? Ну, по-хорошему 3 раза в день.
Переселенцы, зависимые от медикаментов, оказались в сложной ситуации, ведь для получения своих препаратов нужно регистрироваться в новых местах и проходить бюрократические процедуры. Олег рассказывает, что без документов ему отказались помочь даже в критической для жизни ситуации. Дело в том, что если мне не уколоться, я упаду в кому, и потом после комы смерть. Получилось так, что я здесь немного, как говорится, докололся до той степени, что у меня закончился инсулин. Мне необходимо было получить инсулин. Я поехал здесь, в Краматорске, центральная, да, больница. Центральная больница. Вот, подошел в регистратуру, сказал, так и так, у меня закончился инсулин. Я не в состоянии, у меня нет денег доехать до Белозерки, где я, как говорится, получил переселенца, для того, чтобы там взять инсулин. Вот, они сказали, там уплати 5 гривен, сейчас новую карточку. Но когда увидели, что Белозерка, пошли до... Старший медбрат, там получается, ну как старшая сестра, только там медбрат был, вот, с которым я впоследствии общался, меня, грубо говоря, послали. Хотя я ему сказал, что у меня закончился полностью инсулин, я не в состоянии, говорю, сделайте мне хотя бы сейчас укол. Он отказал мне вообще полностью, идите, прописывайтесь здесь, и тогда, может быть, мы вам поможем. Он руководствовался тем, что я могу, типа того, что пойти в каждый город, просить вот так вот инсулин, а потом, как он показал, вот так вот идти на рынок и продавать его, что он типа стоит 300 гривен. Слава Богу, мы позвонили сыновьям, которые у нас, такие молодцы, что здесь сразу позвонили волонтерам, не знаю как, но волонтеры нашли и меня, и привезли, прямо на дом привезли инсулин. Приехали сюда вообще в Краматорск 29 числа, это июня, да, получается? А, июля. Вот, приехали, должны были освободить нашего сына. Вот. Мы жили некоторое время в палатке, 2 дня здесь, в Краматорске, а потом переехали в Славянск. Вот. Жили тоже в палатке на берегу. Затем Олег, по-моему, да, группа «Патриот», вот, помогла нам, и поселились мы у Андрея, волонтер. На оккупированной территории медицинские препараты сейчас на вес золота. Даже известные фонды, поставляющие гуманитарную помощь в Донецк, не всегда могут помочь людям, зависимым от лекарств. Аптеки пустые совершенно. Когда коснулось непосредственно нас, вот допустим, с инсулином этим прошлой осенью, когда сказали, да, вот приезжайте в третью больницу, значит, становитесь, выстаиваете очередь, получите свой инсулин. И он пришел, а ему, а вы какой инсулин, тоже ж не подходит там, на... Какой-то там у него сильная аллергия, как вот этот самый простой, самый дешевый. Вот. А ему предложили только такое. Или говорит, ну, да. Понимаете, говорит, у меня аллергия, я просто умру, мне смысла нет его колоть. Я, говорит, просто умру. Не нравится, езжай в Украину или сдохни. Все. То есть разговор один, короткий и нормальный. Вот такой... Да, там фонд Рената Алахметова приволок инсулин самый дешевый, на которого действительно там аллергия практически у 50%. Уматор, да. Да. Один из самых дешевых, и который, от которого постоянные и самочувствия, и комы могут быть. То есть он сам по себе вреден. То есть если бы не волонтеры, я вообще не знаю, как бы, вот реально как. И это не только нам, и я же говорю, ребятам в подвал СБУ даст, это то, что я точно знаю, что без них тоже бы там. Ребятам многим нужно было лекарство. Лекарства нужны были разные, потому что кто-то сильно избит, у кого-то почки, у кого-то зубы, у кого-то все что угодно. Понимаете, сами собрано очень много людей в одном месте. И, то есть какие угодно там проблемы были. Ну, а так, конечно, волонтеры это, я не знаю, волонтеры это боги. Да, помимо инсулина. Вот. У меня очень много лекарств такие, вот, которые я должен принимать, причем постоянно, каждый день, там и ой, там много очень, даже все не переназовешь. Вот. Ихняя цена приблизительно на неделю, мне обходится порядка 450 гривен, если вот так вот на неделю я брал. Вот. Ну, с учетом того, что у меня пенсия 949 гривен. Это практически нереально, то есть приходится как-то через день пить. Страдать от давления, ну, боли в ногах, это я уже обезболивающее вообще не покупаю, потому что это нереально. Просто
может как-то продумать такую ситуацию, что люди-переселенцы могли бы эти получать как-то бесплатно эти медикаменты или хотя бы там с какой-то скидкой. Кто все-таки должен нести ответственность и отвечать за то, чтобы люди необходимые лекарства и препараты получали вовремя? Я бы хотел коротко прокомментировать сюжет об Олеге Целевом. Безусловно, человек много перенес, может только посочувствовать. Но слава богу, что закончилось все это хорошо, он находится здесь, а не остался в том подвале. Что касается инсулина, если обратили внимание, дело не в том, что он отсутствует. А дело в том, что человек, как переселенец, приехал, зарегистрировался в Белозерке, и, естественно, препарат он уже получает только по месту своей регистрации. То, что он сказал, что он докололся до тех пор, пока у него препарат кончился, ну, это неправильно. Надо иметь, конечно, запас препарата с собой. По всем людям, которые болеют сахарным диабетом, у нас в области их более 60 тысяч, из них около 10 тысяч – это инсулинозависимые. Переселенцев среди них, ну, чуть больше 500 человек. Они все обеспечены этими препаратами. Просто надо иметь запас дома. Волонтерам, конечно, огромное спасибо, что они пошли на помощь человеку и выручили. Что касается медикаментов по сопутствующим заболеваниям. К сожалению, у нас не прописан государственный механизм помощи таким пациентам. Это то, к чему мы идем сейчас, я говорю о страховой медицине. Когда это будет внедрено, и человек будет застрахован, реально будет получать какие-то деньги или компенсацию за лечение, тогда это будет возможно. На сегодняшний день больной вопрос, который касается не только Олега, а касается всех. По переселенцам, о заботе государства. Значит, в течение этого года, в начале года было выделено, я говорю о Донецкой области, было выделено более 200 миллионов, если точно, по-моему, 226 миллионов по городам и районам именно для оказания медицинской помощи переселенцам. И в октябре этого года еще 86 миллионов. С чем это связано? С тем, что нагрузка на лечебные учреждения стала больше, медикаментов тратится больше, и люди, которые попадают в больницы, и которые обращаются за первичной медицинской помощью, это место амбулатории и поликлиники, там, где они получают медикаменты на местах. Безусловно, это ограниченное количество. Но, тем не менее, сумма вполне достаточная для того, чтобы хоть как-то залатать дырки в бюджете. Структура получения бесплатных медикаментов в Украине следующая. Существует более 17 государственных программ, которые обеспечивают государство. В данном случае речь идет и о диабете, речь идет об орфанных заболеваниях, это фенилкетонурия, это дети, которые болеют ДЦП, их очень много. Эти препараты получают люди, которые перенесли пересадку органов. Ну, это большой список очень, просто нет смысла разговаривать. Люди получают препараты за счет государства, поименно каждый. Олег тоже не платит деньги за свой инсулин. Он перерегистрировался, он будет получать его в том объеме, в котором он нужен. Если ему не выдают в больнице, куда ему обращаться? Ему не могут не выдавать в больнице, потому что они там есть. Он должен просто получать их по месту своей регистрации. Другого пути, к сожалению, нет. По данным, которые предоставил глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук, в больницах Донецкой области не хватает лекарств и медицинских средств, медперсонала и бензина для автомобилей скорой помощи. Кроме того, не проводится вакцинация детей, что приводит к возникновению риска вспышки различных заболеваний. У журналистов общественного телевидения Донбасса тоже есть подобная информация, полученная от врачей в разных городах оккупированной зоны. Из соображений безопасности они не захотели участвовать в съемках. Так вот, по их словам, в каждом из их учреждений, а это больницы и поликлиники, станции скорой помощи, уволились порядка трети медперсонала. Очевидно, что количество необходимых медработников должно соответствовать плотности населения и определенным нормам количества пациентов на одного врача. Исходя из этих данных, может ли условно 70% от необходимого числа специалистов обеспечить достойное медобслуживание населению? Вопрос, наверное, не по назначению. К сожалению, у нас нет никаких контактов с так называемым Министерством здравоохранения той стороны. Информация, которую располагает департамент, она берется из средств массовой информации. Безусловно, кое-что мы черпаем из встреч с представителями Международного Красного Креста и организации «Врачи без границ». Насколько нам известно, да, там действительно серьезно стоит проблема с медикаментами. Достаточно серьезно стоит проблема с инсулинами. Конкретики какой-то я вам сказать не могу.
И возвращаясь к теме медобслуживания, вот как вы считаете, получают ли переселенцы надлежащие услуги и препараты в должном количестве и бесплатно? Я вам скажу так. За все время проведения АТО, повторюсь, не было ни одного случая, по крайней мере, в департамент не приходил ни один человек с жалобой на то, что ему где-то отказали в оказании медицинской помощи. Проблемы возникают в следующего плана. Тогда, когда на местах реально не могут оказать помощь в том объеме и того качества, которое было раньше. И это связано не с тем, что не хотят оказать или не умеют оказывать. Связано с тем, что да, серьезный случай, тяжелая патология, а в области нет лечебного учреждения, те, которые были раньше. И мы вынуждены отправлять их в соседние области. Это Запорожская область, Харьковская, Днепропетровская, кого-то в Киев. Это касается целого ряда патологий, а люди это воспринимают как больное событие, и не правы, в общем-то. Потому что в регионе не осталось кардиохирургии, в регионе не осталось детской хирургии, не осталось больниц правозаболевания, это чернобыльцы. И люди вынуждены ехать в другие города. Это снижает доступность медицинской помощи, это снижает ее качество, потому что дорога и так далее. Но когда возникают какие-то критические ситуации, которые связаны то ли с хирургической патологией, то ли с тяжелыми родами, то всегда есть машина, реанимобиль, договоренность, и поехали или в Днепр, или в Харьков, или в Киев. Давайте послушаем историю нашего второго героя. Риска – та уязвимая категория больных, жизнь и здоровье которых зависит от своевременного применения медпрепаратов. Такими лекарствами обеспечивать население обязалось государством. С Нового года не получали ничего. Тоже так же с февраля, по-моему, с марта не получаю. Покупала 70 рублей флакончик в аптеке. 1270. Такая ситуация с лекарствами для диабетиков была по всей территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти. Почка есть, вот почки нет. Она вот здесь. Ну, у меня тут недавно сделали операцию, но сейчас намного лучше себя чувствую. Да, я переехала в Киев, я сейчас живу в Киеве, работаю, снимаю квартиру. Мне очень нравится в Киеве. В первые же месяцы, как я приехала в Киев, оформила справку о переселении. И на тот момент я оформила социальную помощь, которую платят. Всего 4 месяца, 2 месяца по 400 гривен, 2 месяца по 200. Как и все люди, я заболела. Ну, чувствовала недомогание, у меня держалась температура, боли в пояснице. Я знала, что у меня проблемы с почками, еще в Крыму я обследовалась. Но мне говорили, что мне все так плохо, боль мне мешала работать. Вот, ну, сковывала, собственно, мои движения, это не очень приятно. По-хорошему мешало бы сделать операцию для того, чтобы вернуть мою почку на место. Она была у меня блуждающей и опустилась на 3 позвонка в таз. Вот. Ну, я долго не думала, решилась на операцию, потому что я не могла нормально ходить, работать. Вот. Мне помогли друзья, родители. И она мне обошлась около 10 тысяч гривен. В эту сумму входит все. Это и койко-место в палате с питанием трехразовым. Это сама операция, это все анестезии, это антибиотики, которые мне кололи на протяжении 5 дней, 2 раза в день. Это обезболивающие, которые мне кололи, это все анестезии, это все... нитки, одежда, которую одевает врач и медсестра, операционную, это, все лечение мне обошлось не больше 10 тысяч. Как принято, это сразу, если ты думаешь, что это бесплатно, то ты чувствуешь какой-то подвох и не доверяешь этому. Думаешь, что это будет плохо, некачественно, если вообще будет. Вот, поэтому я и не надеюсь, что бесплатно. И я знаю, что нужно за все платить. Конечно, было бы неплохо, если бы я могла прийти в больницу, сказать, вот я болею, а мне бесплатно не помогли. Но, собственно, понятное дело, как мне могут они помочь, если
за это все нужно платить. Кто будет, кто купит? Мне какой-то дядя не купит лекарства, мне какой-то дядя не снит, проходя по улице, не скажет, я хирург, я могу тебе сделать операцию. И что, сбросимся все для Насти и сделаем бесплатную операцию? И так вот каждый, ну, понятное дело, никто бесплатно ничего не делает. Сейчас я еще на больничном, но я не собираюсь долго болеть. Скоро сниму швы, я пойду на работу. Ну, некоторое время мне нужно себя беречь, ограничивать немного, поменьше предъявили. Вот, но я вернусь на работу, потому что, собственно, нужно за что-то жить, нужно работать. Ну и при том мне нравится моя работа. Мне это интересно. Я уже хочу туда вернуться. Ну, то, о чем говорила эта девочка, это больше касается даже не медицины, а касается законодательства. Это системный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, да, тебе откровенно, что бесплатная медицина – это фейк. Она отсутствует, ее нет. Человек, который попадает в больницу, он все равно платит деньги. За что-то, неважно, за что, под каким предлогом. То ли в благотворительный фонд, то ли в какую-то кассу, то ли просто благодарит врача. У нас никто не отменял пока 49 статью Конституции. То есть медицина бесплатна, это догма, которая в руководстве государства сейчас. Правильно это неправильно? Наверное, неправильно все-таки. Для того, чтобы человек был защищен, он должен иметь какой-то механизм защиты. Что-то на себя должно не государство, а что-то не государство. Тут уже варианты могут праздные. Или человек сам за себя платит, или за него платит страховая компания. Но это надо четко сделать и разделить. Ну, например, неотложная помощь, любая, я имею в виду скорую помощь. Если человек попал в больницу, какое-то состояние ургентное, инфаркт, миокарда, травма на дороге. Это бесплатно. Потому что нет времени собирать деньги. Это на себя берет государство. Возможно, педиатрия, возможно, помощь детям. Это должно обсуждаться. Это вопрос для дискуссии. И, кстати, в эту пятницу состоится круглый стол в профильном комитете Верховной Рады именно по этому вопросу. Кто за что должен платить? То есть смысл в чем? Не пациент ходит с деньгами, а деньги ходят за пациентом. Если это сделать, тогда эти вопросы, которые поднимает эта девочка, не будет. Тогда она четко будет понимать, что вот пакет, который утвердило в законном порядке государство, это бесплатно. А все остальное, это платно. Опять же, вопрос, кто платит? В моем понимании, это можно взять за образец какое-то западное государство, там, где уже четко работает система страховой медицины. Можно взять даже за государственное страхование, но это должен быть какой-то механизм. Пока его нету, он так будет получаться. Просто все равно мне непонятно в данном случае, кто должен нести ответственность. То есть сейчас эта девочка, которая 21 год, которая самостоятельно находится в Киеве, самостоятельно снимает жилье и работает. У нее нет никакой помощи. Если бы она не смогла достать там нужную сумму денег, ее бы состояние ухудшилось, потому что температура на протяжении долгого времени держалась, и ей становилось все хуже. Сейчас, в данный момент, когда у нас прописано, что наша медицина бесплатна, вот такие ситуации. Ну, это, знаете, вопрос к тем хирургам, которые оперировали, а не ко мне. Понятно. У нас есть третья история, она не о пациентах, она о врачах. Эти люди в буквальном смысле посреди руин продолжают быть верными клятве и спасать жизни. Город Светлодарск находится практически на линии разграничения. Местная больница вот уже почти год как бедствует. Без зарплат, без лекарств и даже без окон. Врачи не сдаются и продолжают свой самоотверженный труд. На момент съемок сюжета в больнице, где вместо части окон просто клеенки, в стационаре находилось 70 человек. Осенние заморозки уже дали о себе знать, до зимы осталось совсем немного. Итак, давайте дадим слово медикам Светлодарской больницы. Больница в Светлодарске оказалась практически на линии фронта. Здание попадало под обстрелы, врачи спасали военных и гражданских после так называемого Дебальцевского котла. Раньше она подчинялась Дебальцевскому городскому совету, но с оккупацией этого города ее передали Артемовскому району.
Но на этом проблемы не закончились. Из-за бюрократии денег больница не получает вообще. Больница обслуживает население 26 839 человек. Сюда входит поселок Мироновский, поселок Луганское, Новолуганское и город Светлодарск. У нас не выплачивается ни заработная плата, ничего на протяжении всего 2015 года. И финансирование, естественно, и отсутствует на медикаменты, на оплату коммунальных услуг. Это все статьи, которые должны оплачены быть больницей: электроэнергия, водоотведение. Ничего этого не делается. Никто не уволился. Часть специалистов просто по необходимости выехала в те лечебные учреждения и устроилась на работу в те лечебные учреждения, где просто-напросто платят зарплату, потому что семьи, студенты, нужно кормить, и поэтому такие делают. Что касается волонтерских организаций и всего прочего, то я могу вам сказать следующее, что приезжало очень много, очень. Кроме разговоров, дальше это не шло. Иногда привозят медикаменты «Врачи без границ» и «Красный крест». Только на той помощи больница и выживает. Хорошо, что есть волонтерские организации, которые помогают каким-то медикаментами. Но какими они могут помочь медикаментами? Наркотические препараты и другие препараты, да, которые в перечне находятся там, в определенном Министерстве здравоохранения, волонтерские организации же не обеспечат. Понимаете? Поэтому вот в этом и проблема. Самая основная, самая главная. Последний раз «Красный крест» – это месяца 2,5 назад был, и все. Но это не решает проблемы в общем. Почему? Потому что дело идет к зиме. Остекления нет. Стекла, то есть, как были разрушения, те, которые, так они и остались. И те больные, которые находятся сейчас, на данный момент в отделении, естественно, целлофан не делает того утепления, которое делает стекло. Все обещают, и «Красный крест» обещал, и другие организации общественные. Ничего пока. Несмотря на отсутствие денег, врачи продолжают спасать жизни. Главврач больницы говорит, что приходится экономить на всем, лишь бы выкроить копейку на неотложную помощь. Один из ярких примеров, даже если опустить тот факт, что город находится в 10 километров от линии фронта, и там постоянно выстрелы, снаряды, автоматные очереди. Вот недавно буквально был случай. У девушки случилось внутреннее брюшное кровотечение. По-моему, так, могу ошибиться, так как не медик. Ее прооперировали в больнице, в гинекологическом отделении, в Светлодарске. То есть вы понимаете, больница 10 месяцев не получала ничего вообще, врачи не получали вообще никакую зарплату, но девушку смогли прооперировать. Смогли, и она осталась жива. Если бы ее транспортировали в Артемовск, она бы умерла. Потому что дорога там ужасная, и там, там время шло на минуту. На сегодняшний день в больнице находится около 70 человек больных. Открыты отделения – это хирургическое, детское, неврология, гинекология. Аптека на город одна. И все. Остальные все аптеки, которые их было порядка 10, все выехали, и открываться в ближайшее время тоже не желают. Правозащитники настаивают. Случай вопиющий, ведь таких серьезных проблем на подконтрольной Украине территории больше нигде нет. Таких проблем больше, как со Светлодарской больницей, в Луганской и Донецкой области нет. Мы проводили мониторинг соблюдения медицинских прав по всей линии разграничения. Да, таких проблем нет. Везде зарплата выделяется, на медикаменты тоже выделяется. Есть, конечно, другого рода проблемы, но таких вот, о том, что люди 10 месяцев не получают заработную плату, о том, что практически часть территории людей лишена своего конституционного права на здравоохранение, таких проблем нет. Это вопиющий случай, и об этом просто надо кричать всем. Здесь люди не получали заработную плату, больница стоит разбитая, государственных закупок не проводится, часть территории лишена здравоохранения. Рядом линия фронта. Начнется наступление, будет куча раненых. Раненых надо будет где-то лечить. Должен быть какой-то лазарет. Его нет. Транспорта у больницы нет. Персонал продолжает работу даже после того, как больница оказалась под обстрелом. Павел Леснянский уверен, что отсутствие финансирования – халатность чиновников. С той стороны террористы ударили градом.
по больнице, разрушили инфекционное отделение, погибла медсестра. Я уверен, что где-то это все идет на среднем звене, где-то просто чья-то где-то халатность. Я думаю, за 10 месяцев можно было решить вопрос о том, якобы и Павел Иванович близкий сказал, что деньги есть, просто нет механизма, как эти деньги довести до людей. Это больница, это здравоохранение, это медицинские субвенции, это статья в бюджете, она железная, она есть всегда. Тем более, я еще раз хочу обратить внимание, прифронтовая территория, Дебальцевский плацдарм, стратегическое место. Какие еще нужны доводы, чтобы закрыть эту проблему? Тем более, вопрос для госбюджета смешной, 10 с чем-то миллионов. У главврача Светлодарской больницы есть несколько вопросов к Министерству здравоохранения, которые он решил задать через нашу передачу. Почему министерство забыло о существовании такой большой, крупной больницы? И второй вопрос – это в какой промежуток времени будет решен вопрос? Вот и все. Сможете ли вы прокомментировать эту ситуацию? Да, безусловно. Ситуация неприятная, ситуация, в самом деле, казуистическая, но связана она с войной. Что произошло? Давайте немножко покопаемся. Эта больница находилась на бюджете города Дебальцево. Когда вследствие, вы знаете, военных действий, Дебальцево остался неподконтрольный и финансировалось за счет средств местного бюджета по субвенции. Безусловно, финансирование прекратилось, потому что казначейство там не работает, денег нет. Что нужно было сделать? Такая ситуация была в Новоаннинском районе, такая ситуация все время была в Углегорске. Эта больница и эти территории передаются к какому-то ближайшему городу или районному совету. Субвенция, на основании которой финансируется эта больница. Что такое субвенция? Это деньги, которые выделены госбюджетом и через МОЗ, минуя область, поступают на места. Эта больница не финансируется из средств областного бюджета, она финансируется за счет средств местного бюджета по субвенции. Это энергоносители, лекарства, заработная плата. И эта субвенция на основании перехода территории из неподконтрольной на подконтрольной перебрасывается на соседний район, в данном случае это Артемовск. И люди начинают получать заработную плату, оплачивать энергоносители, иметь возможность покупать медикаменты. Вопрос завис в министерствах. Почему он завис? Сложно мне говорить. Мы там не присутствовали, комментировать тоже-то не берусь. Он завис на уровне Министерства здравоохранения, потом на уровне Министерства юстиции, а сейчас он завис в Кабмине. Постановление есть, Минюстом оно согласовано о передаче субвенции с той территории на эту территорию. Должен был состояться Кабмин в эту среду, он не состоялся, не знаю почему. Якобы он должен теперь состояться в следующую среду и принять решение о передаче субвенции. А на сегодняшний день мы имеем такую ситуацию. Департамент получил уже письменное уведомление о том, что сотрудники больницы объявили так называемую мягкую забастовку. То есть они выходят на рабочие места, находятся там, но оказывают помощь только пациентам, которые нуждаются в ургентной помощи. Безусловно, это уже акт отчаяния. Это надо понимать. Если с высоких кресел это не видно, это печально. Надо приехать посмотреть своими глазами, что здесь происходит. Мы для себя определили так, что об этом знает, безусловно, губернатор, он в курсе этого вопроса. Мы для себя определили так, что окончательный срок – это среда следующей недели. Если этого не случится, я думаю, что будет какой-то социальный взрыв под этой больницей. Понятно. Здесь также наши герои рассказывают, что больница сильно пострадала от обстрелов. Кто-то фиксирует вообще эти факты? Это же преступление против беззащитных пациентов и врачей. Нет, безусловно. Функции департамента не входят. Мы юридически не уполномочены это делать. Но я абсолютно точно знаю, что это зафиксировано международными наблюдателями. Эти факты всем известны. И я думаю, что сейчас более-менее спокойная ситуация с военными действиями. Я думаю, что скоро станет вопрос о восстановлении этой больницы. Скажите, а облздрав все же никак не содействует там в помощи этой больнице и медикаменты туда тоже не направляет? Нет, лишь не содействует. То на макулатуру исписано, то на писем отправлено по всем министерствам, чтобы ускорить этот процесс. Поэтому говорят, что мы бездействуем, это неправильно.
А что касается медикаментов, то по действующему кодексу бюджетному мы можем направлять только гуманитарную помощь. И она получается, направляется, я об этом знаю. Итак, сегодня с международными фондами, департаментом здравоохранения и, конечно же, героями наших сюжетов мы обсудили вопросы доступа к медицине на проблемной территории. Возможно, в результате нашего диалога между жителями и властью часть проблем удастся решить. Мы надеемся, что вопросы, на которые мы сегодня акцентировали свое внимание, будут в поле зрения и министерства, ведь ситуация это действительно критическая. Команда общественного телевидения Донбасса благодарит за поддержку в создании передачи «Донецкий диалог» посольства Нидерландов в Украине.